Всем привет, это будет мой самый первый влог о моей жизни. Я не знаю, что я буду рассказывать, честно. Вдруг это будет интересно, кому-то посмотрите. Надо попросить воды. Чё? Вот. Это мой влог. Привет, влог. Фантастика, потому что там тоже проходит онлайн-трансляция. Вам большой привет, но прямо сейчас Клава, тебе привет. Зачем? Внимание, тишина в студии. Мама, я влюблена. Я на самом деле просто хочу рассказать про такую, наверное, закулисную жизнь выступления, что это все не так хорошо, это все не так круто, что это все не так кажется, как легко, честно. Потому что я понимаю, что, во-первых, я хореограф, мне очень тяжело танцевать, ну, лично моя особенность, мне очень тяжело танцевать свои хореографии, честно. Я могу поставить спокойно, но танцевать свою же хореографию для меня это прям такое, типа, что... Вот, сегодня у нас программа 5-6 треков. Жду Клаву, сейчас уже подъезжаю. Нужно разговаривать с аудиторией, они просто говорят, Клава, Даша, оба, ребят, Арманчик. Ребята, годный контент подъехал. Да. Вот и все, мы на РУ-ТВ с Арманчиком, всем привет. Ждем Клаву. Клава опаздывает, ты что ржешь? Даш. Даш. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Я ненавижу коронавирус. Я еще, знаете, боль вот этих людей, это вот в такси ехать, потому что я сейчас так вот еду. Вот. Когда высокий, я вас чувствую, знаете, что я такой же, я вас понимаю всех. Даша, как дела? Босс, ты опять секси? Арманчик. Тебя научат вести влог? Я не умею. Да ты ведешь влог? Клава сказала болтать время о том, как ты снимаешь влог. Поэтому, Даш, что скажешь? Мы находимся на территории РУ-ТВ. Здесь очень строго и social distance. Да, хорошо. Короче, все, мы закончили, мне кудряшек нету, ничего нету, весь мокрый, потный, уставший, но такой довольный. Арманчик, ты как? А я не потный, не мокрый, кудряшки есть. Все, ребят, я постараюсь монтировать влог, надеюсь, это будет очень круто, вам, надеюсь, все понравится, поэтому, блин, всех обнимаю.